Странная информация появляется на некоторых украинских сайтах. Они сообщают, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который находится на лечении в Израиле, покинул Святую Землю, но направился не на родину, а в Америку. Наш корреспондент проверил эти данные, и вот что ему удалось выяснить. Эта информация опубликована на сайте «Украинской правды», который в свою очередь ссылается на харьковский телеканал, который в свою очередь ссылается на некоего инсайдера в Израиле. Так вот, согласно информации этого инсайдера, Геннадий Кернес, мэр Харькова, который проходит здесь лечение после покушения, вылетел из Израиля в Соединенные Штаты. Судя по всему, инсайдер подвел наших харьковских коллег, потому что эта информация не подтверждается. Я сегодня лично разговаривал с лечащим врачом Геннадия Кернеса, его зовут доктор Роман Барак. Вот он сказал, что Кернес находится в своей палате в клинике в городе Хайфа. У него продолжаются реабилитационные лечебные процедуры. Этот процесс очень долгий, поскольку у него очень тяжелые ранения. Никуда он не вылетал, ни в какие Соединенные Штаты. Он туда не может вылететь как минимум по двум причинам. Во-первых, по состоянию здоровья, а во-вторых, по закону. Дело в том, что против него возбуждено уголовное дело. Он находится в Украине под следствием, и в Израиле его выпустили по специальному разрешению министра внутренних дел исключительно для проведения лечения. При этом, насколько нам известно, было специально оговорено, что ни в какие третьи страны он выезжать не имеет права. Так что, как я уже сказал, Геннадий Кернес по-прежнему находится в Израиле, в городе Хайфа, в частной клинике Элиша. Там он проходит курс лечения, продолжительного лечения после тяжелых огнестрельных ранений. Ему предстоит очень долгая реабилитация, поскольку врачи до сих пор не уверены, сможет ли он ходить. Во время покушения один из выстрелов задел ему позвоночник. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер».